Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. Сегодня мы с вами разберем вот этот чайник. Не включается. Он у нас с подсветкой. Обзор можете посмотреть внизу под видео. Будет ссылочка на обзор. Засветился. Вот видите, когда включаешь, он должен красная лампочка загораться. Мы вот включаем, она не загорается. Подозрение на то, что сам контакт вот в этом месте не работает. Вот сейчас мы разберем и посмотрим. Здесь у нас три самореза шурупика. Цепляем крышку. Она здесь на защелках еще. Возьмем ножичек, подденем. О, вот она. Место под защелку. И еще одна вот здесь вот у нас. Вот она открылась. Мы взяли для того, чтобы снять вот эту часть. Она у нас здесь, вот она, на зажиме тут. Вот мы его отожмем. Вот так вот раз. Вот вытянули. Снимаем. С этой стороны вот он у нас цепляется вот этими местами. Вот открылся у нас выключатель. Мы его открутим. Вот она пластиночка, термопластинка биметаллическая, которая отключает чайник при нагреве. Вот этот срабатывает, он так вот раз, и кнопочка отбрасывается. Вот так вот включаем. Вот здесь она вот раз и отключается. Так, поддеваем здесь. Здесь у нас вот на этих самых, на защелках. Раз отцепили. И с этой стороны. Опа, и сняли. Сам контакт, он у нас находится здесь внутри. И нам надо будет его достать. Чтобы достать, надо нам вытянуть его из зацепления. У нас здесь оно держится. И тут лучше видно. Вот он, треугольная часть. И здесь вот у него паз есть. И немножко мы его отогнем, чтобы вывести его из этого зацепления. Вот так вот. И с этой стороны вот так вот. У нас здесь пружинка еще стоит, которая откидывает туда-сюда ее. Вот у нас открылись контакты. Вот мы возьмем, просто на отвилечек между контактами вставим и так вот поработаем. Вот сейчас, если видно будет, вот покажу. Видно, как они обгорели. Вот я немножко поработал, видно там, да? Где зачистились. Так, вот мы немножко почистили. Вот сняли контакт, так как он у нас вот тут он телепается. Сейчас мы его немножко подогнем для более лучшего контакта. Сейчас чуть-чуть, вот, чтобы не переусердствовать. Умничка. Вот. Он уже стоит четко. Теперь собираем назад. Здесь у нас вот пружинка, вот она заходит сюда. Этот как раз промежуток, вот он вот так вот становится. Это мы его сразу вставляем сюда. Вот он у нас стоит. Зацепляем вот сюда, вставляем туда, где он у нас должен стоять. Вот он у нас стоит. Вот видно.
и вот так вот поставили, и придавливая пружину до щелчка, чтобы здесь вот у нас села на место. Вот он у нас работает. Сейчас будем проверять. Давайте оденем сразу вот эту. Все собираем в обратном порядке. Вот у нас сюда так вот раз зацепим и тихонечко придавливаем. Раз. У нас на месте все. Так. Прикручиваем. Ну, пока мы можем так его одеть. Не собираю. Проверить. Вот. Рит. Раз. Все работает. И собираем все в обратном порядке. Вставляем. Вот они у нас выступы. Три выступа. Вот они, три вот этих. Зацепили. Вот у нас место для вот этих креплений. Мы сюда заводим. И одновременно смотрим туда и сюда, чтобы оно село на место. И тогда оно у нас все получится. И защелкиваем. Раз. И поправляем здесь. Раз. Ручка у нас готова. И вставляем назад дно. Не забываем, вот у нас один зацеп идет, вот он второй и третий. Третий у нас вот тут такой. И смотрим. Здесь вот у нас три зацепа. Чтобы сослышать, вот эти отверстия вот с этими, не знаю, под шурупы. Смотрим. Вот у нас один зацеп. Похоже на вот это. Вот оно у нас совпадает, это отверстие видно. Можно в процессе, когда снимаете, посмотреть, как оно крепится. Вот здесь вот видите, у нас все отверстия, они как бы так вот расположены. Смотрим, вот у нас относительно ручки. Вот, два отверстия тут и два вот тут. Можно сразу так раз, примерили, поставили. У вас получится. Все, наш чайник готов к работе. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Спасибо всем. Пятница 7. Делайте как мы, делайте лучше нас.